рассвет, солнце поднималось над землей, просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. Всем привет! Сегодня решили мы с Ванькой выбраться в лес с ночевкой. Пошли с вечера. Ну и придем где-то завтра. С утреца, скорее всего. Ну вот, решили посидеть за костра, попить чайку там. Ну, если получится, может и кого-нибудь добыть. Ну, с нами увязалась собака, Пумка. Ну, не стали ее закрывать. Ну, подумаю, ладно, пусть идет. Может пригодится там что-нибудь. Потаскает, может, что-нибудь. Ну, сейчас, наверное, после 6 мы вышли, после 18 часов. Ну и в районе 8, наверное, придем тоже уже на место. Так. Ну, мы будем выходить уже оттуда. Бобровая плотина. Вон там бобр навалил еще. Посвежее деревья, видно, подрезы. Ну и старые подрезы. Бобров не видно, но плотину он с прошлого года делали, он досконально сделали. Тихо, туда не иди, Фома. Ну, Ванька и сделал костер. Молодец, пионерский. А вон Ванька, а вон костер. Я шучу. Там сильно догореть не будет. Ну чё, Пума, нормально, зато светло. Освещение хорошее, камера освещает. Ты что, за подошвами, блин? Ночь типа вот. Сейчас свисток у меня точно сгорит. Да на вот это, на больше возьми котел. Че, Бумка, поможешь? Поможешь ему потушить? Ну, он в ванке стульчик. Установка домашняя. Давай, Вань, быстрее, потому что не успеешь. Сейчас опять этот разгорится. Мясо. Ну, за этот, за сушину поли. Ну, сейчас дождь начинается, вроде, мне казалось. Пусть ночью будет дождь. Сильно не туши, это под нос. Сейчас дождь пойдет и все. Сильно уже не сгорится уже. На всякий случай чай наберу. Чай попьем и погнали в этот. На болотик. Здесь в рюкзаке стоят. В рюкзаке закроем, их кто сидит. Лес бежать. Хватит, надо снимать, нет? Нет. Ты свой рыбанк не взял? Нет.
Лужи здесь нормально, лужи. Что-то пацана наша замолчала. Ноги так замерзли. Шкиты, блин. Я даже не вижу цивотку. Че, будем идти? Все, пришли мы с вами обратно, поставили чайник заново, чуть разогрели костер, там немножко тлевом. Сейчас ждем, пока закипит. Ну, пришли мы поздно, да? Да. Поздно мы пришли. Уже потемнеть начало, и уток не смогли, даже особо не видели, слышали только, не видели, не подлетали утки. Так что никого мы не добыли. Ну, сейчас попробуем поутру засесть возле ушей. Получается, засесть возле ушей и попробуем поманить. Ну и получается, и если подлетит, их постреляем. Ну, не знаю, собаку взяли, так что будет проблематично. Там лает постоянно. Здесь не видно, шуршит, но здесь посмотрим, видно будет. Здесь чай заварится. Попьем чаек. Часа три поотдыхаем. Ну и все, в принципе. Он уже закипает тут, нифига так быстро. Быстрее, чем дома на электричке. Максимально. Может быть, кстати. Сейчас в рюкзак засунем и подвесим на дереве. А что? Тихий пидец. Пусть пидец, пусть пидец. Спит. Пум, согласна? Повисишь здесь немножко на дереве? За рюкзаком. Поспишь? На заварке я сам сейчас закипит. Нам, блядь, по кружке хватит, да? Много не надо. С конфетами попьем. Ну все, уже темнеет. Ну вот не видно, не видно, не видно, наверное, камера. Ну, в принципе, все равно надо залечь еще в термос. Ну, термос и полчайник еще есть. Да? Он закипает уже, да, к себе, а то насыпал на заварке еще. Часа на два на костер хватит здесь. Горит. Мне кажется, не хватит. Да, котел, конечно, у нас не очень такси. Все два? Не хватит. Подклеить еще немножко. Эх, я толкнусь, я вспомнил, что у нас чайник здесь. Закипает, закипает. Всего закипел. Вторую. Варишь. Блин, не знаю, смогу, не смогу. Вытащить. Проблема у нас. Надо было вытащить. Все, посмотрим. Задернут так вообще. Идет просто, не понимаю, если это горячий. Сахара. Сахара нет у нас? Конфеты еще есть. Ну, все, чай готов. Сколько за минут было? 5 минут. Да не, меньше, чем. Я пока собираю костер, короче.
Или как я положил, так и этот. С момента этого поставили чайник, да? Да. Значит, 5 минут. 5 минут я чай пил. Домашний чайник надо также. Че помог? Зря мы тебя взяли, да? Рад, наверное, будешь там. 21-23. Крякать? 21-23? Угу. Да, осталось спать еще. Немножко. Еще поспим, поспим. Дальше. Не получит его. Если ты захочешь поспать, скажешь мне, я тут посижу. И восстановит твои руки. Ну что? Ну хотя бы будильник поставь хотя бы на пол первого. Кто такие? Кто такие? Ну что, по-моему, сегодня без еды. Еду искать, наверное. Блин, у нас сегодня нет. Правда, есть пасхальные яйца? Парочка. Все, ложись, баньки. Так, ну что, надо чай, чек на земле. Смешивать будем. Опять брусничный лист тогда добавил, в принципе. Опять будем. Ходить. Да. Разговорилась на месте? А, это 10 у тебя? Печат у меня, да? И у тебя. У меня точнее. Да. Это жара, конечно. Да. После двух, наверное, дождь будет. Не знаю. И... Это плохо, если будет дождь. Не успел завести, не успел. Часть болота. Вкусно, да? Наверное. Пахнет что-то. Бобрами. Блин, я там наделал его. Смотрел, вода как нормально там, нет? Чистая? Чистая, да. Глубоко там вообще жестко. Ну, белая вода была. Да, что, зеленая должна быть. После чая непонятно. Потом просто воды нигде не найдешь. Ну, лучше, давай. Лучше. Вкусно? Нормально. Зелено? С дымом, да, немножко? Угу. Я люблю. Дым. В лесу чай пить вообще. Вкусный такой. Да? Да. Тебе кажется, что вкусный? Он вкусный вообще. Да. Че ты, Пума? Ну, ключей еще нету. Пумка. Ну что ты, понравилось тебе, нет? Скажи, Гав. Там нету, там нету. Че, разгорелся? Сейчас погреемся и погнали дальше. Костерчик горит. Наконец-то. Чехол на месте, рюкзак на месте. А что, ничего не было, не видел. О, вот это все, греемся. Греемся. Пока все приедет. Надо все приедет. Вообще, день будет. Да, надо дня уйти домой. Вон, вот все жесто. Светает совсем. Русские руки не чувствую вообще ни хрена. У меня еще, конечно, не так сильно, как ты замерз. Да я вообще, у меня ноги замерзли, пипец. Я не знаю почему. Хоть костер не прогорел, странно.
Потому что мы на час ходили всего. Тут. Ну я думал, рябчик. Что ж это такое? Давай, пенься. Что там? Она тоже так замерзла, она поливала. Да. Ворочится. Видишь? Иди грейся. Ну все нормально. Иди сюда. Иди. Тут день прошел не зря. Да? Молодец. Да, видишь? Что тебе? Попало? Глаз? Вау. Может, надралось там? Ветер. Нажимается. Странно, что костер не прогорел. Ну что, минут 15. Мы сейчас ходили. Минут 15 согреемся. Да, мне казалось, что очень долго. А? Ровно час ходили. Да. Нормально. Ровно час всего? А хотя подожди, мне полтора. Полтора? Ты чего? Мы сколько там ждали там? 40 минут, наверное. Конечно. Два часа ходили. Да. Ну пойдет че? Нормально. Ну что, погода у нас совсем испортилась. Идем домой потихоньку. Выбираемся. Ну, пумку хотелось подыскать. Уток, но не получилось, погода испортилась, утка не летит. Ночью еще пыталась сейчас лететь, сейчас не хочет. Ну и мы домой потихоньку подяпали. Хотели понатаскивать лайку, чтобы она уток вытаскивала и таскала. Но пока не получается. Ну все, пойдем домой. Дожди войдет сильный. Какого небеса? Погнали домой.